Ребят, всем привет, с вами Клан Тайка, и мы с вами сегодня будем оценивать ваши скины в Роблоксе. Итак, у нас 5 претендентов, все 5 претендентов я брал какую-то часть из друзей, какую-то часть из предыдущего ролика, именно вот этого. То получается, ну да, позапрошлого для вас, но для меня он как бы предыдущий. Короче, первый наш претендент на оценочку, и у нас у него ник YunRB. Если кто его узнал, тот передавайте ему привет. Давайте его посмотрим, покрутим, повертим. Что-то он даже не в 3D у нас открылся. Смотрите, сколько у него в коллекции этих Федор. Зачем ему столько Федор? Каждый день под новой стороной выступает. Наверное, как-то так. Итак, смотрите, очень страшный скин. Причем он тут налепил и голову вот эту, и вот эту голову. Это все, ребят, скины бесплатные. И вот это лицо. Но лицо вот это, оно как бы не высвечивается, но мне интересно, сколько оно стоит. Оно, мне кажется, платное тоже. Так, это тоже все бесплатное. Бесплатное. Очень бесплатный клевый скин, я могу вам так сказать. Это очень классный скин для бесплатного. Так, это тоже все бесплатное, кроме лица. И лицо тоже бесплатное. Это вообще прикольное, кстати, лицо. Даже мне интересно оно. Прикольное лицо. Да, все вообще бесплатно. Очень классный и бесплатный скин. Это 10 из 10. Ну, конечно, я бы немножко перебрал его. Это, если что, это тело тоже зомби. Так что под Хэллоуин самое оно. Я, кстати, даже о нем и не думал его в оценку пихать. Но вот что-то вот у него вот в лице что-то там намудрено, как будто оно перекособочено, но для зомби пойдет, ребят. Поэтому, YunRB, ты красавчик, молодец, 10 из 10. Так, давайте пойдемте дальше. Я его закрыл или свернул. И следующий у нас кто в оценке? Ага, мне тоже надо учить. Это неудобно, сейчас буду кликать, потом всех потеряю. Как раз оно у нас в 3D открывается. Это Apple P. В общем, наш модератор, я что-то про нее забыл, и у нее как-то, видите, вот так вот аватарка не высвечивается, что типа она под Хэллоуин оделась. Но она написала под предыдущим роликом, и я ее заметил. Смотрите, у нее что-то там с волосами, конечно, это, по-моему, такие волосы прямо идут. Она, в общем, как бы, типа, девочка-зомби, наверное, да, такая маленькая девочка-зомби, только она симпатичная зомби, я бы так сказал даже. А, это бандана, все, понял, это даже не волосы, или это волосы. Давайте посмотрим, что это такое. Black Ponytail. Бесплатно. Это какая-то... А, не волосы. Это прям конкретно волосы. Волосы бесплатно. Все это бесплатно. Вот это что-то непонятно. Тоже, по-моему, бесплатно. Да. А, это Саммер с последней девочки. Понял. Тоже бесплатно. Только квадратную ногу надо было, конечно, немножко... Ну ладно, это сейчас уже придирки, наверное. Футболочка должна быть бесплатно, но посмотрим. Вроде бы тоже какой-то скин. Тоже весь бесплатный, ребят, весь бесплатный скин, и смотрите, как классно оделась. Я бы даже не догадался, что он бесплатный. Я думал, что сюда что-то вложено было. Очень красиво, молодец, Apple P. В общем, очень классный скин сделали, причем абсолютно бесплатно, ребят. Это уже второй у нас зомби на сегодня, ребят. О, моя группа, ребят. Если что, у меня есть группа в Роблоксе, это сейчас уже пошел пиар, немножко реклама, в которой есть куча всякого шматья. Есть единственные шмоточки по 8 робоксов. Ребят, не рекомендую вам их покупать. Убрать дешевле я сейчас не могу в данный момент, потому что у меня нет подписки робокса. Ну, как бы физически могу, там просто все потеряется. Ну, а так они мне нужны, вот эти по 8 робоксов, чтобы сюда как бы вгонять в группу робокса для всяких конкурсов, раздач, ну и прочего. Поэтому не переживайте, ребят, если 8 робоксов сейчас стоит, то в скором будущем, может быть, будет дешевле. Потому что новые какие-то шмотки добавлю, их просто сделаю за 8 робоксов, а эти уберу по 5 сделаю. В общем, как-то так, потому что мне удобно вот эти крайние и брать. Вот, в общем, вот как-то так. Если что, ссылочка на группу, ребят, в описании. Так, поехали дальше. Алиса Роблокс 98, третья участница. Я вот ее как бы так прозвал. Она слепила из того, что было. Все, что есть. Все, что есть, напихала. Все, что связано как-то с Хэллоуином, навесное такое, все пихнула. И смотрите тут, и какое-то яйцо запихнуло. Причем яйцо со стрелочками, не понимаю зачем. Ну ладно, оно в принципе нормально все смотрится. И рога с пауками, и надгробие она пихнула. И крылышки, ну пипец, прям вот все при все, даже Рэдкэта запихнула.
Жестяк. Ребята, ну вот тут вот сейчас, кстати, вообще налеплено очень много. Red Cat футболка можно платно, можно бесплатно сделать, если что, ребят. Как бесплатно сделать, не буду говорить, ладно. Так, посмотрим, что тут такое. А, за 5 робоксов можно достать. За 5 робоксов прикольно. Вот это получается юбка или кто-то шорты. И 2 галифы. Бесплатное яйцо с ивента. Бесплатные крылышки. А, платные крылышки. 150 робоксов, по-моему, да? Или 160? 160 робоксов. Блин, я уже хотел сказать бесплатные. Жесть. 80 робоксов розовые вот такие вот волосы. А, черные 90 белоснежки. Офигеть. Вот розовые, они такая тоже популярная, кстати. Как и белоснежки. Так, давайте посмотрим, сколько стоит кофточка. Ну, а так все потом... А, еще стилиш за 80 робоксов. Если не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Сейчас все что угодно можем сделать. Так, 80 робоксов. Да, стиличная анимация. И 8 робоксов за кофту. Но я думаю, она покупала ее за 5, а возможно и за 8 все-таки. Так, лицо. Мне кажется, бесплатно, но не уверен. А, да, Woman Face бесплатная. В общем, вот так вот выглядит полностью Алиса. Ну, прикольно, прикольно. Ну, как это, как гигантская такая человек-вешалка. На Хэллоуине я бы такой не испугался. Я думал, ты чё? Все делай. Пипец. Но все-таки под Хэллоуин так как есть. Ходилось как есть. Тоже 10 из 10, ребят. Сейчас всем буду ставить, ребят, 10 из 10. Итак, у нас четвертый участник. Кост322. Кстати, тоже его, по-моему, нашел в комментариях. Потому что что-то так получилось. Но я, по-моему, что-то похожего уже оценивал, очень похожего. Тут, короче, почти все, что я уже видел, кроме... А, нет, нет, не видел. Я не видел шарпа, я не видел вот такого вот одежду. Очень много потрачено, кстати, робоксов на этот скин, очень много потрачено. Давайте сейчас посмотрим. Я считать не буду, но вам обязательно это все продемонстрирую. Шляпа, по-моему, бесплатная. Федора бесплатная. А это наушники бесплатные, бесплатные. Сразу идет у нас, по-моему, 250 робоксов за качка. Суперхиро. Блин. Или 500 он. Не буду спорить, ладно. Короче, качок вы все знали. Тело качка. Так, вот это все бесплатное. Будем считать, что 200... Блин, пускай 250. Так, что у нас с анимацией? Анимация нулевая, нет анимации, но вот это вот мне интересно. Так, посмотрим давайте. Все это бесплатно, как я говорил. Да, бесплатно, бесплатно. У нас что еще идет? 8 робоксов у нас идет за вот такое вот замечательное тело. Прикольное тело. И 8 робоксов вот за такой замечательный верх. Тоже прикольно, замечательно, замечательно. Кстати, мне кажется, сейчас скоро все почти шмотки немножко подорожают. Останется, конечно, за 5 робоксов, но большинство, ребят, подорожает, большинство. Вот, потому что некоторые сейчас все же могут выкладывать шмотки, поэтому подорожает. Так, ребят, давайте посмотрим дальше. Вот это вот, а. Вот это вот я хотел посмотреть. Вот это вот и вот это вот. Ну, по-моему, 20 робоксов и вот этого животного. Так, давайте посмотрим. Это анимация, да? Нет, вот, 70 робоксов, подождите, что это такое? Вот, это бесплатно, оказывается, маска, это круто. Я реально не знаю, я даже не знаю, где его когда выдавали, но она прикольная, красиво смотрится. Знаете, какой-то такой, не знаю, индейский, что ли, там, да? Не индусский имею в виду, а индийский какой-то стиль с индейцами связан. Очень, очень, короче, прикольный. Можно под ноги какие-то такие вещи себе делать. 70 робоксов стоит лицо. 50 робоксов стоит монстр шарф. Прикольный, прикольный шарфик. Только вот... Только он как-то сзади, да, вот это вот? Да, видите, сзади. Был бы впереди, конечно, по-другому бы смотрелся, наверное. Но сзади тоже ничего. Если под, как, прям вот подкорректировать, все должно быть выглядеть классно. Шпилька стоит 25 робоксов. Тоже классно и бесплатная вот такая вот зверюга. В общем, это у нас был Кост 322. Блин, прикольный скин, прикольный. Вот тут вот, кстати, вот уже какая-то есть такой шарм. Чувачок такой придет, я, блин, вообще бы описался бы от страха, если ко мне пришел бы за конфетами. Ребят, ну и последний наш участник, Станислав Филатов. Да, вот он, вот он, вот он, вот он, какой, какой, как он выглядит. В общем, я даже не знаю, под кого он так оделся, но что-то такое знакомое, есть такое что-то в нем. Тело, правда, вообще непонятно, вот как костюм непонятно, может там в костюме как-то подписано. В общем, какой-то мальчик, которого прям вот разодрали прям пипец. А может это прям вот...
Нет, я так и знал, это футболка отдельная. Вот это вот, это отдельная футболка. Blood, 2 робокса стоит, но можно, мне кажется, ее бесплатно найти. В общем, вот как-то так. Но за 2 робокса тоже их не жалко. 5 робоксов стоит вот такой свитер, а может быть, это уже и вобл свитер. Но он, видите, какой-то непонятный. Он как будто с этим, с плащом. Какой-то есть в нем что-то такое. И вот штаны тоже такие же, я так понимаю, от этого разраба. И это тоже типа плащ. Ну, или что-то непонятно. И какие-то заплатки. Что такое красное? Я что-то не догоняю. Может, это кто-то известный? Я что-то прям побаиваюсь что-то говорить сейчас. И опять что-то наговорю, что это кто-то не тот. Или что-то не тот. Так, смотри, кстати, у него какая-то анимация стоит, да? Или это просто из-за того, что он квадратный так выглядит? Очень какой-то это такой... Какой-то загадочный. Вроде все... Ничего такого нету, а что-то вот загадка какая-то. Да нет, все бесплатно. Я говорю, всегда мне очень нравятся квадратные скины, но вот у него очень красивый квадратный скин. Почему-то он так как-то приятно смотрится, ребят. Я даже не знаю, как это назвать. Блин, ну я так ощущение, как будто стойка другая. Да нет, не другая. Ну-ка. Да нет. Просто видите, как-то не так стоит, как обычно. Как все персонажи, не так стоит он. Я что-то... Как будто как-то по-другому, что ли. Господи, что со мной? Ладно, перейдем. Это у нас бесплатно, это, по-моему, 2 или 5 робоксов. Не знаю, лицо с веснушками. Давайте тыкнем, посмотрим. Так, 10 робоксов лицо с веснушками, 5 робоксов волосы, как я сказал, но это бесплатно. Так, и что-то там еще бесплатно, но это тоже бесплатно. Давали, я помню, тоже получал вот это сердечко. Не знаю, я бы сердечко это вообще убрал, было бы еще круче, наверное, смотрелось. Реально, без сердечка бы круче смотрелось. Но оно тоже не мешает, поэтому хочет, пускай и смотрит. Ой, и одевает такое замечательную вещь. Не понимаю, что Гробик делает. Гробик, ладно, пускай то таскает с собой, но вот какая-то вот эта красная фигня на одежде, не знаю. Может, Станислав что-то знает, может быть, расскажет нам как-нибудь в комментариях, что это и кто это. Кто это за персонаж. Но, в принципе, есть что-то такое под Хэллоуин. Я думаю, ко мне бы тоже такой пришел бы мальчик, и я бы сразу бы ему, не знаю, скорую вызвал бы, наверное. И, конечно, бы испугался, если это прям вот так вот живую выглядит. Это, конечно, очень-очень страшненько. Да, вот так вот, ребят. Ребят, ну а как попасть ко мне все-таки в оценочку? Ребята, в оценочку попасть очень просто. Вам нужно всего лишь тыкнуть на этот ролик, написать в комментариях свой ник, и именно чтобы ваш ник был под Хэллоуин. Честно могу сказать, предыдущий ролик я почти всех пересмотрел под Хэллоуин, потому что я 5 человек... Набрать уже стало мне тяжеловато, потому что это уже 4-я оценка у нас хэллоуинская, и почти всех друзей, которые оделись хоть как-то в Хэллоуин, я, в принципе, оценил. Ну, а осталось все тех людей оценить, которые, в принципе, пишут в комментариях, и которые хотят ко мне попасть, друзья, но из-за того, что они не смогли попасть на стрим, они как бы не добавились, но как бы из-за этого, что, их не оценять, что ли? Поэтому я, ребят, всех оценяю без всяких проблем. Ну, а, ребят, вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, и всем пока-пока!